43-й президент США Джордж Буш недавно опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook вот такой ролик. На видео он сидит, а его жена льет ледяную воду ему на голову. После этого он обращается к своему коллеге, 42-му президенту Биллу Клинтону. Вчера у Билла был день рождения, и мой подарок Биллу – это ведро холодной воды. Он также призвал Клинтона повторить свой поступок. Как оказалось, это не просто развлечение. Эта кампания под названием «Испытание ведром ледяной воды» началась уже давно, и в ней приняли участие многие известные люди. Ее цель – донести до людей информацию о болезни Шарко, прогрессирующем неизлечимом недуге, который приводит к параличу. Согласно статистике, на сегодняшний день от болезни Шарко страдает около 30 тысяч американцев. Ранее ведро ледяной воды вылил на себя директор японской телекоммуникационной корпорации SoftBank. Также известно, что такой же поступок сделали Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Криштиану Роналду. Вообще, суть акции заключается в сборе средств, а вот платить нужно, если не хочется обливаться. То есть знаменитость, которая решилась на такой шаг в ролике, обращается к другой известной личности, чтобы она сделала то же самое. Если тот, к кому обратились, не перенимает эстафеты, то ему предлагают выписать чек в пользу компании. С момента начала акции собрали уже около 30 миллионов долларов. Интересно, что выберет Билл Клинтон?